Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, ты будешь учиться только на одни пятерки! Всем здорова, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием Happy Wheels. Ну что ж, наши приключения продолжаются. Мы продолжаем угорать, проходить всевозможные сложные, интересные, классные уровни. Я надеюсь, вы успели поставить лайк за 3 секунды. Если нет, ставьте, сейчас у вас вторая попытка. Заранее вам огромное-огромное спасибо. Пишите также в комментариях, как у вас делишки. Ну и мы начинаем. Первый уровень, который сегодня мы будем преодолевать, это, конечно же, Pogo Fight. Вот такое начало, малого мы просто на атомы и соля молекулы размельчили. Дальше, малую. Ну, девочек обижать нельзя, друзья. Перелетаем. Прыгаем дальше. Вот так, бомжарика. И смотрите, ребят, сейчас ему вот так, пендаля. На! Вот это, братанчик, улетел, конечно. Прыгаем далее. О, мужичок. Оу, ей, вот и меня наказали. Вот и пришло наказание за мои издевательства. Вот так вот меня и наказали. Спасибо, спасибо. Хоть быстро перелетели, и вот он, пацанчик. Вот, так сказать, этот мышонок с катаной. Эть. Опа, все. Чё? У меня ступня отвалилась, ребят. Ну, ступня, это не страшно. Без ступни, как говорится, можно проходить. Пофигу, правильно? На! О! Вилы, вилы. Оу, мэн! Капец, было страшно, ребят, потому что вилы, если бы нам попали в голову, ну, это было бы все. До свидания сразу. Так, у нас там вижу мину, вижу шарик, мячик футбольный, вижу босса. Опа, тихо. Опасный босс. Молокосос. Ну, и туда его, и туда. Вот оно все. Вот так вот, ребята. Вот такой вот первый уровень на сегодня. Классный Pogo Fight. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень. 5 звездочек. И погнали к следующему уровню. Ну что, ребят, Impossible 78%. Мне очень удивительно, я даже не знаю, ребят, как считают эти проценты. Почему именно 78, а не 79, а? Или может быть 65? Почему именно 78? Я бы вообще сказал, что это 99% Impossible, вы видите вообще? Нет, каким образом я должен это пройти? Я не понимаю. I don't know, really. О, и как я это должен сделать вообще? Это для кого уровень такой? Это что, для каких-то киберспортсменов? О-о-о, в помоечку полетели. Да-да, прямиком в помоечку. Не, ребят, я в натуре не понимаю. Ладно, смотрите, сейчас пройду. Оп, спорим. Просто наугад, ребят, просто наугад сказал. Может, так всегда надо говорить, ребят? Вот реально, давайте попробуем, может, это будет реально работать. Итак, уровень под названием тест-драйв, ребят, Yamaha, вот такой вот у нас, типа, супер навороченный, классный байк, ну и что, сейчас пройду, друзья, вот, моя коронная фраза, сейчас попробуем, смотрите, с первого раза сейчас пройду, неужели, друзья, фраза сработает, нифига себе, хотели бы себе мотоцикл, друзья, напишите в комментариях, Yamaha, вау, вот это скорость, Вася, прошел, друзья, видите, но это было не совсем честно, друзья, да? Тут было бы сложно не пройти с первого раза. Ладно, вот такой тест-драйв Yamaha. Блин, супер клево, супер классно. Лил Юя. Офигенно, 5 звездочек и погнали к следующему уровню. Вот это, друзья, я понимаю. Добро пожаловать на крашер, на дробилку, на пресс, который будет сейчас сдавливать. И я вижу фрукты, я вижу детей и вижу Санта-Клауса в... Ну, в общем, ребят, у нас тут 100 тонн. Вот такой пресс, 100-тонный. Это будет жестко. Ну и давайте попробуем, ребят, погнали. Кидаем фрукты в нашу дробилочку. А, open, 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 close. О-о. Так, ну что, краш? Ты мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. Вот так вот, ребят. Все, минус фрукты, понимаете, ап. Давайте еще раз. О, пошло, фрукты, фрукты. Ладно, с фруктами, ребят, согласен, согласен, согласен. С фруктами не так интересно. У нас там фрукты вон залагали. Open. Наверх. Open up, как говорится. Ну и погнали, ребят, детей. Вот сюда сейчас сразу детишек. Ой-ой-ой! Всех детей профукал. Ладно, там один остался. Хорошо. И погнали Санты тогда. Ладно, закрываем. Всех детей я спас, друзья. А вы думали, что? Я детей под пресс отправлю? Вы что, я думали, изверг? Нет. Вот Санта-Клауса можно, потому что это ж не Деда Мороз, правильно? Это какой-то американский дурацкий Санта-Клаус.
Был бы наш русский Дед Мороз, я бы его под пресс не отправил, ребят. Ладно, блин, на самом деле этот уровень полное безумие. Это просто для каких-то, я не знаю, для каких-то просто, ну, блин. Для каких-то, блин, это, блин, да, блин. В общем, ребят, безумный реально уровень, но угарный. Ладно, все, поразламывали мы людишек в кости и в мясо, окей. Все, 5 звездочек, ребят, быстрее, погнали дальше. И вот он, Bottle Flip Trick Challenge, друзья, бутылочка воды челлендж. Давненько мы с вами не кидали бутылки, да? Потому что, друзья, я не знаю, я что-то и забыл про это. Вы в комментариях начали писать: «Овер, а ты чё не кидаешь? Ты же, блин, раньше был мастером». И реально, друзья, вот начало, 100 очков зарабатываю я, смотрите-ка. И бам, еще давай куда-нибудь. Разбили. Ну, слушайте, для первого, я считаю, неплохо, 100 очков, ребят. Потому что я не кидал бутылки уже очень долго, и тут вот, смотрите, сразу в соточку попал. А ну. Опа! 75! Ребята, что это теперь у нас? Просто 75 или все-таки 175? Я не понял. Оно же в сотке было и потом упало. Ну, ё-моё, и что делать, ребят? Реально, вот я дуралей, блин. Заменил бутылочку на бутылочку. Так, тихо, погнали. Эть! Ну, сложно, друзья, реально что-то стало. Но, окей, погнали. Опа. В принципе, первый раунд был неплохой, друзья. Вот, смотрите. Опа. О-о-о-о-о-о! А это сколько, друзья? Это у нас... О, это сколько там, ребят? Считайте в комментариях сами, блин. Опа. О, это сколько там, ребят? Ладно, на самом деле угарно я туда накидал, просто мусора. О, блин, еще надо туда, ребят. Ну, смотрите, там прям целая тусовка, вечеринка, пати. Ну, неплохо, друзья. В принципе, 150 очков мы набрали, хотя на самом деле, может, и больше, потому что мы же были и в сотке, и так далее, просто они падали. Ну, окей. Сейчас, ребят, еще так, опа. 150. Во-во-во-во, пошла жара, 150, друзья. Погнали, еще челлендж сделаем. Ох, почти в 75 тысяч, точнее, 7500. О, 150, ребят, это уже сколько? 300? 300, ребят, у нас там 300. Выйти замуж за шахматиста. 75, там почти, блин, это считается в 75 или нет? О, почти, эх, 50, блин. Нифига себе, ребят, но вот этот раунд, второй, он гораздо круче, чем первый. У нас уже 300. Так, ладно, полетели, оп. Ого. О-о-о-о-о-о, 25, 325, неплохо. Ну, там в 350, по-моему, залетело, друзья, так она красиво там летела. Вот еще одна туда попала. Я болван, ребят. Я просто болван, все уронил. Но, смотрите, все равно было 300, друзья, правильно? Правильно. Ну, вот так, друзья, 50. В общем, вот так классно покидали бутылочки, это было круто. А здесь у нас ветреный туннель какой-то или что-то, туннель ветра. И смотрите, как нас... Ух ты! Ё-моё, это что-то реально сложно, друзья, как-то преодолеть. Погодите, я не понял. А как? О, балансируем, балансируем. О, перед самым финишем. Так, ладно, ребят, летим. Тут же эти еще бомбы, они еще взрываются. Надо как-то через них вот лавировали. Да не, приливировали. Как это пройти, ребят? Я что-то вообще не понимаю. Это капец как сложно. Это реально очень сложно. Я остановился. Бомбы. Бомбы меня остановили. Бомбы меня подтолкнули. Я прошел. Офигеть. Это что такое было, друзья? Но за это, я считаю, реально просто 5 звездочек и мне лайкусик. Ну и погнали дальше. А тут, ребят, у нас неон Pogo Fight. Второй Pogo Fight'ик на сегодня. Сейчас мы попробуем его преодолеть. Вот так вот просто перелетаем, друзья, все и всех. Смотрите, а теперь вот так. Опа. Угу. Неплохо, неплохо. Так, девчонок мы не бьем, ребят, девчонок мы перелетаем. А вот на парнях сейчас мы отыграемся. Ну, бывает, ребят, бывает в жизни огорчение, все бывает, конечно. Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно. Девчонок мы не трогаем, да. Фух, что-то, друзья, какой-то сложный, блин, Pogo Fight вы не находите? Вот реально, заметили? Просто жесткач. Очень сложный. Очень сложный, пока что. Вот фу-фу-фу-фу. Блин, друзья, я просто обожаю Pogo Fight. Вы напишите в комментариях, какой ваш любимый вот уровень в Happy Wheels, вот что там. Rope Swing, Pogo Fight, Bottle Flip Trick Challenge там, и вот вообще все что угодно. Sword Throw Ball, Throw Ball, Ball, Bob, Ball. Есть, я прошел. Офигенно, друзья, это все благодаря вам, потому что я знаю, вы написали свой любимый уровень в комментариях, и мы преодолели этот сложный неоновый Pogo Fight. Но, друзья, это еще не все.
Предлагаю еще раз покидать бутылочки, и в этот раз предлагаю сделать это гораздо круче. Вот, предлагаю прям очень хорошо позакидывать. Что-то в прошлый раз, ребят, было неплохо, но не очень. Вот, в MLG, ребят, сразу попали. Сейчас, давай-давай, я только разыгрался, ребят. Я сейчас покажу, как я раньше кидал, а это было жестко, и вот все, пора вспоминать профессионализм. Ну-ка, давай еще в MLG. Ух, если бы сейчас она бутылка на бутылку в MLG встала, это был бы просто фурор. Так, в хард почти попали. Ну-ка. Ну ладно, но в MLG есть. Так, ладненько, друзья, второй раунд, поехали. Сейчас было бы угарно, если бы в MLG, да, залетели. А ну, что там летает-то на MLG так очень хорошо? Ну-ка, 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 реально. Ну-ну-ну-ну-ну. В MLG. Здравствуйте, друзья. Если один раз случайность, то два раза уже профессионализм. Вот реально. Два раза, друзья, это я просто профессионал. Все. То есть это никакой случайности, никакой закономерности, это все. Это я профессионал. Оп! И еще разочек давай в MLG. Вот эту. Вот смотрите, сейчас последнюю в MLG. Оп! Вот она! Вот это, друзья, я топ. Так, и третий раунд, на счастье. Ну что, в первом раунде одна бутылка была в MLG, во втором две, и в третьем надо три, ребят, правильно? Ну там три, наверное, не поместится, хотя бутылка на бутылку, если. Будет топово. Ну давай, опа, в MLG. О, мне кажется, в MLG попасть легче, чем куда-либо. Вы заметили? Вот я только в MLG попадаю. Ах, упала. Ах, упала. Ну-ну-ну-ну, куда? Ну-ну-ну, куда? Реально, в MLG, серьезно? Блин, что это за прикол, друзья? Три раунда подряд, и все залетало в MLG. Ну, окей, четвертый раунд, финальный, ребят. Попробуем куда-нибудь в другое место закинуть. Вдруг получится... Во, в изи попал, ребят. Вот это кайф. Вот это я понимаю. Вот это четко. Ну-ка, и еще куда-нибудь. Вот. Уже в MLG просто надоело, ребят, закидывать. Very easy. И куда? И все. Вот так вот, друзья, покидали бутылочки. Классно, четко. 5 звездочек. И погнали дальше. Ну, а здесь у нас гарпун додж. И вы посмотрите, обратите внимание, какой маленький финиш. Вот это флажочек белый. Это же реально финиш, друзья. Нифига там, блин, целая зона. Ого. Вот это да, ребят, что-то я вообще не понял, как там уворачиваться. Ладно, здесь-то я понимаю, мы просто так лежим, а дальше? Ну-ка, ну-ка, наверх. Ать, прыгаю. Да как? Почему это так сложно? Так, ладно, здесь мы уворачиваемся, тут мы лежим, ребят, с вами все. Отлично, а дальше-то что? Ну вот так как-то прыгать только. О, повезло. Фух. Дальше что будет? Уворачиваюсь. Оп, о, хорошо лежу, хорошо лежу. Фух, пронесло, ребят. Пронесло. И финиш. Вот такой вот, друзья, гарпун додж. Классненько, прикольно. Погнали к следующему уровню. Ну что, покидаем мечи. Бутылочки покидали, можно и катаны покидать. Правильно, ребят, там тем более вон малой на голове ходит. Успокойся. Вот, остужись. Нифига, ребят, просто как газонокосилкой всех скосил. И остался, последний дед. Что это было, непонятно, друзья. Это было очень быстро, легко и просто. Ну и погнали дальше. Так, ладно, ребят, это все хорошо, но давайте-ка немножко Маугли побудем на тарзанах, на лианах, покатаемся, ребят, правильно? Вернемся, так сказать, к истокам, попробуем Робсвинг преодолеть. Опа, пока что у нас все хорошо. Так, я полностью готов, друзья, ко всем ловушкам, ко всем испытаниям. Опа, неплохо. Погнали вниз. Оп, нырнули в пушечку, ребят, сейчас будем выныривать. И бэм! Погнал, погнал, погнал. Не понял, что это было? Что тут делать надо? Я ничего не понимаю, ребят. Я просто ничего не понимаю. Мы застряли? Я что делаю? Что происходит? Ладно, я зацепился. Я не зацепился. Что вообще? Все автоматически, ребят. Я вообще не принимал практически в этом участие. Просто все само. И я куда-то еду. А куда, я не знаю, ребят. Отдыхать, наверное, куда-то. Кайфовать. И я не зацепился. Я просто, ребятки, не зацепился, понимаете? Просто, ну кто ожидал? Я понял, что тут все автоматически. Но я и думал, и дальше, наверное, нас все на автомате там будет делать, и дальше нас там фигарить и так далее. Но кто бы мог подумать, что вот на эту зеленую штуку надо зацепиться вот руками? Ну ладно, вот сейчас зацепился. И куда мы? И куда? Так тут уже финиш был близко. Офигеть, ребят, это я лоханулся. Но самое главное, прошел и пошел дальше. Тем более у нас 99% impossible, 78 мы прошли. Ну и попробуем пройти 99. Там вон эти мины, я их оттолкнул. Идите отсюда, спасибо. К
как, ребят? Вот как? О! Блин. Я уже на секундочку обрадовался, подумал, что я прошел. Что-то это невероятно, ребят. О, кайф. Все, это надолго, ребят. Это реально надолго. Вот эти уровни, это жесть, как сложно всегда. О! Как так вообще? Оп, все, прошел. До свидания. Угу, до свидания. Вот это точно, ребят, до свидания. Оп, все, прошел. До свидания. С кем ты прощаешься, Овер? С кем? Если ты дудик. Если ты додик. О-о-о-о! Все, ладно, ребят, я не знаю, как это проходить. Все, я отказываюсь это понимать. Я прошел. Отлично, ребят, я просто прошел. Ладно, это клево. Но это еще не все, ведь здесь у нас easy level. Ага, я уже думал, возьму монетку и пройду. Так, и насколько я понял, ребят, это, скорее всего, тролль уровень, потому что обычно так называют тролль уровни. Да-да-да, это именно тролль левел. Все понятно, ребят, куда мы? Куда? Ать, голову пацанчика съел. Куда-то еду наверх. Я хочу на финиш. Эй, вы тролли? Лол, как-то я прошел, друзья, сам того не понял. Ну что ж, вот такой вот ролик у меня получился. Я, ребят, надеюсь, что вам все понравилось. Бутылочка воды челлендж, за нее вообще реально отдельный лакусик. Ну, а с вами по-прежнему был Овер. Огромное спасибо за просмотр, удачи, успехов, не болейте. Спасибо за просмотр и пока-пока.